В Ленске уже стало доброй традицией в преддверии Нового года исполнять, наверное, самое заветное желание горожан. Жители аварийных домов получают ключи от новых квартир. В этом году на торжественном вручении ключей побывала и моя коллега Светлана Валеева. Минувшую субботу ключи от новых квартир получили 22 семьи. Это жильцы общежитий по улице Победы и Каландрашвили, которые проживали в аварийном жилье по договору социального найма. Торжественное вручение прошло в Доме народного творчества с участием всех причастных к этому событию людей. После торжественной церемонии новоселы смогли осмотреть свои новые квадратные метры, расположенные в 67-квартирном доме нового микрорайона «Рабочий». Мы очень счастливы. Очень счастливы. Мы очень довольны, что мы наконец-то дождались своего угла, своего жилья. Мы хотим сказать большое спасибо всем тем, кто создал эту программу переселения из ветхого аварийного жилья, и всем тем, кто ее осуществил. Строительством объекта занималась подрядная организация «Саха-строймонтаж». На сегодняшний день это первый многоквартирный дом в Ленске, построенный на сваях. В доме 67 квартир. Это двухкомнатные квартиры с площадью от 47 до 50 квадратных метров, однокомнатные по 30 метров и квартиры студии. У нас здесь есть площади квартир, где мы увеличили площадя от 5 до 15 квадратов. То есть у людей были квартиры, ну, скажем, по 34, да, квадратных метра. Мы сегодня им предоставляем 47, 48 и 50. То есть, ну, достаточно большое увеличение жилой площади. Поэтому я думаю, что люди будут довольны. Новый дом построен с учетом всех потребностей жителей, с бетонной дорожкой, освещенными подъездами, теплыми квартирами, каждая из которых с балконом. В каждой квартире установлена новая сантехника и сделан косметический ремонт. После вручения ключей новоселы не стали затягивать с переездом. В этот же день начали перевозить вещи и обустраивать жилье. Предварительно к Новому году, после оформления определенного пакета документов, счастливыми обладателями квартир в этом доме станут еще 46 семей. На сегодняшний день в Ленске по первому этапу республиканской программы в своей очереди на получение квартир ожидают еще 85 семей. Все они будут расселены до конца 2017 года. А с 1 января 2018 года начинается уже второй этап программы, куда планируется включить порядка 200 аварийных домов. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.